да, мотор. Да, 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 мало того. А вы в общественном месте, между прочим, находитесь. Так что вот, без претензий. Позорим всем этим евроизвращенцам, которые здесь мало понаехали. У нас полно проблем, так они еще нам их добавляют. В нашей стране. Это страна христиан. Страна первая, принявшая христианство. Какое вы имеете право здесь со своими евроизвращенскими, сатанистскими уклонами здесь объявляться? Чего смешного? Позор вам! Чего смеетесь? Вы настолько уже падали, низко упали, что смешно вам? Это что у вас написано? Да. Да, вот это ЛГБТ ценить. Сколько? 300 плюс один. Еще извращенец. Вы зоофилию приняли, вы некрофилию приняли. Сколько видов? Вот это все вот в это входит. Испоганили вы радугу. Испоганили радугу. И вот это вот, не хочу я с вами спокойно. Вы не имеете права вот эту грязь сюда вселять. Не имеете права. Это что такое? Вы откуда вообще приехали? Меня зовут Аня, вас как зовут? Неважно, вы откуда приехали, если я вас спрашиваю. Это моя страна, я гражданка этой страны. А вы кто? Вы откуда приехали, я вас спрашиваю? Откуда вы приехали, я вас спрашиваю? Может, я еще вам паспорт должна представить? Вы полицейский, вы кто? Я вас всего лишь спросила, вы откуда приехали? Имя скажите, меня Аня зовут. Какое ваше дело? Ну, просто чтобы мы смогли с вами разговаривать. Можете называть Анахит, можете называть Сусанна, можете назвать Шушаник. Хорошо, полно армянских имен. Любое выбирайте и говорите, что вы хотите сказать. Вас зовут Анахит. Что вы хотите сказать, откуда вы приехали? Из России, из какого города? Екатеринбург? Екатеринбург, Москва, Ульяновск. А вы, оказывается, богатая женщина, да? У вас везде дома. Нет, Екатеринбург, Москва. А где? Почему она приехала вообще? Рассказывайте, почему вы приехали и что вы хотите? Ну вот мы вас слушаем, вот вам камера, говорите. А что именно вам нравится в этом христианском городе? Мне очень нравится Ереван, он просто чудесен. Здесь прекрасная погода, питьевые фонтанчики, добрые люди. И на самом деле я очень благодарна Армении и Еревану, я очень люблю Ереван. Это чудесный город. Я верю, что вы тоже чудесные люди, просто вы немножко не знаете, что, про что это. Вы не знаете, про что это. Вы думаете, что это. Мяка арастану мэки да. Рассказывайте, Аня, рассказывайте. Вы любите Ереван, еще что? По-русски ты по-альмански, понимаешь? Нет, к сожалению, сейчас... А зачем я буду по-русски говорить? А с тобой? English, do you speak English? Давай, по-альмански! А зачем English нам? Это наша страна. Я просто... У себя в стране English изучайте. Я понимаю, просто я, к сожалению, не говорю по-альмански. А при чем тут English? Вы хотите ценить других? Вы хотите ценить других? Идите сами себя цените. Зачем это нужно? Я рада.
не масло, мясо. Ради денег, разве можно было так себя позволить? Вы же тут стоите ради денег. Скажите, пожалуйста, вы сколько времени находитесь здесь? И живу в армии. Вы сколько здесь уже живете? С чужим устом.